Свой арест обжаловали фигуранты дела о столкновениях на Болотной площади. Первыми прошли слушания по делу активиста левого социалистического движения Николая Кавказского. Сегодня его оставили под стражей и таким образом признали законным ранее вынесенное решение Басманова суда, который заключил Кавказского под стражу до 25 сентября. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках. Следом рассматривается жалоба Дениса Луцкевича, которого также обвиняют в участии в беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. 7 августа суд продлил ему срок содержания под стражей до 6 ноября. Напомню, оппозиционный марш миллионов прошел на Болотной площади Москвы 6 мая. Выступление закончилось массовыми задержаниями. Более 10 человек стали фигурантами уголовного дела о беспорядках. Большинство из них находится под арестом.